Сколько магазинов? 63. 63, конечно, аплодисменты! Для того, чтобы стать участником розыгрыша, необходимо совершить покупку в любом магазине «Технодом» на сумму не менее 9990 тенге и получить зарегистрированную бонусную карту «Технобонус». Как уверяют представители сети «Технодом», шанс выиграть есть у каждого. Шанс есть у всех покупателей. При участии в этой акции клиенты имеют уникальный шанс обновить свою технику за счет нашей компании. Во время проведения первого этапа акции «Выиграй свой технодом» разыграно порядка 350 памятных призов и подарков от национальной сети магазинов «Технодом». Это флешки, смартфоны, стиральные машины, пылесосы, планшеты и многое другое. Жительница города Семиз Басканова не выиграла миллион, но у нее отличное настроение, ведь она смогла выиграть суперсовременный пылесос от «Технодома». Ощущение отличное. Надеемся, что выиграем миллион. Финальный суперрозыгрыш состоится 28 января 2017 года в торгово-развлекательном центре «Мегапарк» в Алматы. В финале акции будет проведен розыгрыш 4 сертификатов номиналом 2 миллиона тенге среди всех участников акции, совершивших покупку за весь период с 3 октября 2016 года по 27 января 2017 года. Организатор акции призывает спешить. Шанс стать победителем есть у каждого, кто приобретет технику в сети магазинов «Технодом».